В 2011 году выходит эксклюзивно для Xbox 360 продолжение великолепной серии Gears of War 3. Но в 2015 уже на Xbox One, и по-прежнему Gears of War нет на PC. Ну, по крайней мере, второй-третьей части. И Judgment. Но это уже совсем другая история. Но пока с удовольствием перепройду одну из любимейших игр Gears of War трилогия. Поехали, ребятушки. Ну что, как же приятно возвращаться в любимые Гирсы. Ну, это просто круто. Но, к сожалению, четвертая и пятая часть, вы слабенькие, очень слабенькие. Но мы ждем шестую. Мы очень ждем. И, кстати, фильм тоже по Гирсу. Неужели мы опять в тюрьме? Ах, первый пролог. Беспокойное прошлое. Ля какая! А мы тебя знаем, малышка. Иди сюда! Давай на кука! Так, у тебя могут быть это серьезная проблема. Нет, все поменялось. Твой отец... Ты им нужен. Мой отец? Нет, он здесь. Нам нужен. Как бабище, а? Следуешь за Анюхой. Анютка! А я тебе пёх. Постой. Постой, будь со мной, как говорится. Ну что ж, я прям соскучился по Гирсу. Очень, очень хочу новую часть. Да, заметно похорошела графика. Очень. Вторая часть прям, первая, вторая прямо готические такие были. Ребятки, не обессудьте, если звук сильно громкий, ну просто выкрутил как мог, на максимум. Какое лесо тут происходит? Как же приятно с удовольствием переигрывать ночью в Гирсике. Так, защитите лестницу до прибытия помощи. Легко. Теперь у нас звездочка, да, такая вот. О. Окей, everybody. О, он взорвался. Иди сюда, вон. Так. Ну, вообще, гирсы, они всегда такие готичные. Они всегда отличались все-таки. Чё ты мне лечишь? Блин, кайфово, не взрываются. Оу, тихо, тихо. А чё ты мне сделаешь? А ничего. Disobeyed orders to do it, and it cost us the battle. Так. Ого! Какой злостный. Паучара. Так.
проект. Так. Так, а что с сабами? Сабы есть, все нормально. Все на месте с сабами. Твою мать. Папа. Ёлки-палки. Что это было? Сон! Фу, ты ёлки-палки. Gears of War 3. Ну, это пролог своего рода был такой. Да, я обожаю Гирсы, это прямо... Вторая игра после Half-Life, конечно. Заберите дома. Это наш Кент. Так, ну это как обычно, все нам рассказывают. Цели, все не цели. Так, ну да, заметно очень. Лаба первая, кто первый на якоре. Игра очень хорошо, прям похорошела. Два года после осады. Так, что мне наносит долларов? Пахяба. Что у нас тут еще есть? А что у нас тут еще есть? А, все. Да. Да, очень-очень приятная графика. Приятно. Вспомнить. Анька! Ёпта! Иди сюда! Пока стоит. Так. Так, Градо Сантьяго. Ну, это мы все знаем, это мы все читали. Бла-бла-бла-бла-бла. Так. Вот есть уникальные игры, а это одна из них, да? Вот Half-Life тот же, там. Гирсы, которые... Вот просто хочется... заново перепроходить. Вот фильмы, да, вот и то же самое. То есть это культовые игры, фильмы. А есть такое говно, что один раз прошел и все, да, и забыл, даже не хочется перепроходить. Поэтому Герсы, ребята, вот именно трилогия. Четвертую, пятую не хочется, честно, перепроходить. А вот эти трилогию обязательно. Просто вот. Это базис. База. База для геймера. Прикольно, да, так он? Ручкой своей накачанной. Так, бланк заявки. Эки. Ща сидишь? Хавай давай. Ща сидишь. А если бы она была полностью на русском, смотрите, какой кайф был бы. А, размечтался. Вот именно, а размечтался ты. Так, давай отсюда, воу. Типы. Надо было ногой, да? Что стало с домом? Твою налево. Ладно, взяла сиськи у нас. Вон какие. Окей. Так, заберите Джеймс. Все, готов. Оделась. А ты оделась. Ты оделась, сучка. Так. Ушли работяги. Что? Ну что, у нас впереди много дел. Будем мансить, мансить. Тут у нас видите какие игрульки.
У нас вот такой вот корабль на воде. Где твоя прическа, бабище? Что за пацанка? Ёпта. Жрём? Жрёте, суки? А работать кто будет? Кто будет работать? Релакс. Башкуй тебе об этот... Об дверь. Да, чем тебя ударить еще? Come on, Jace, work to do. It's Stock City out there. Детский сад. Учись, чудовище! Иди забирай свои цацки. Так. Иди забирай, черномазый. Так. Дядя Феникс тебе помог. О, пианино. Так. Да, все-таки клип Близинских. Он как бы хорош, но, сука, еще та. Не мог портировать на PC, а? Такую великую часть, вот трилогию, это позорище, трилогию не мог на PC выпустить. Но остальные все выходили, это маразм, это надо быть конченым. Первую, главное, выпустил на PC, а вторую и третью нет. Это вообще просто. Ну, порадовал бы всех фанатов. Нет, это будут эксклюзивы, да. Чтобы купить Xbox 360, а потом Xbox One, да? Конченый, чуть сказать. Но все равно... Молоток. Сделать такую игру, это... Так. Ух ты! Ух ты, какие... Какие круголя у нее! А какая личика? А губки? Перманентной? Ля, какая блондинка. Как говорится, джентльмены предпочитают блондинок. Какой размер сисек? Признавайся, больше, чем у Феникса? Пятерочка? Ребята, а с нами барышня, которая хочет пушку большую и длинную, а? Костюм вообще не сексуальный, вообще даже не возбуждает. Меняй костюм, переодевайся, чулки давай. Борщ приготовила? Где борщ? Быстро его сюда. Мужикам здоровым целую кастрюлю. Каждому по кастрюле борща. С мясом, давай. Она взяла пушку и идет что-то делать. Ёлки-палки. Что за бабище? Так. Встретитесь с... Оу. Рот закрой. Пока я не скажу. Ну,
почему-то стандартная тема. Ёб твою! Ублюдки! Проникли на базу. Пидорюки. Ох, что это было? Так. Бою налево! Вот что мне нравится, что можно и без прицела стрелять. Это вообще кайфово. То есть вообще по желанию, да? Ну, когда вблизи, если только. Так, а что у тебя тут? А, нет! Блин, я кайфую, я кайфую. От Gearsoft. Блевотни! Зачистите палубу, йоу! Вообще должен сказать, ребятушки, во втором Герсе было сложнее стрелять. Управление, в смысле управления, в третьем намного лучше управление. Прямо оно чувствуется. Ёптвай. Давай, кидай гранатку туда. Сейчас я тебе устрою рукопашный бой, собака. Красиво, да? Вот это я люблю, Герсе. Красиво! Спарта! Это прямо Спарта какая-то. Да, очень красиво. Это специально, наверное, разрабы сделали. Отлично. Так, подбираем. На этот раз надо удерживать. Так не получится. Пик. Или залядка. А, дробовик. Не, ну дробовик нам не нужен. Не ссать, прорвемся. Ну, а у нас есть попа чья-то. Упругая задница. Кто это? Кто это? Кто это? Кто этот мужик? Ты кто? Да это же коалиция. Где ты видишь дамы тут? Ну не мужики! Блондинка, это так. Hoffman's been gone almost as long as you have, Chairman. Смотри. He left to take a group of civilians to Anvil Gate. Captain Marshall. Смотри, он умеет разговаривать.
А может быть, ты умеешь и шутить? I'd better talk to that gallant captain. I have a mission for him. Oh, and Sergeant Phoenix, you want to see this. Ну давай, взглянем, что там у тебя на записи. Молодец. This better not be a shopping list. Let's go check it out. Who the hell does that asshole think he is? Prescott's gonna find out an ex-chairman doesn't count for shit with my... Так, а ямба. We just stood down. Shit, they're attacking in waves. Ну что, ребятки, я думаю, что на этом можно и закончить, но не прохождение. Проходить я буду с удовольствием. Перепройду эту красотку. Иди сюда, во. Отлично, хорошо взорвался. Тихо. Тихо, пацаны. Там стоите вперед из песни. О, вот это вот. Манси, манси, манси. Тыковки. Вот так вот. Вот так вот у нас. А у нас здесь ростки. Да ямба. Прячься, дорогой Феникс. У нас здесь... Не трогай тыкву. Бум, хорош. Вот мне нравится, что они взрываются. Это же просто сказка. А ну, деваха, давай, замути, сделай приятно. Долго размахиваешь. Все, ребятки, на этом прекраснейшем месте мы закончим. Мы закончим эту великую серию Gears of War. И будем ждать продолжения. Что у нас там, шестая гирька? О да, фильм может быть, с удовольствием посмотрим. Играйте и выигрывайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Игра Ревью в Яндекс.Зен. Хорошей осени. А какая ваша любимая игра? Я надеюсь, это Gears of War. Первая, вторая, третья. А может быть выше? Кто его знает? Welcome back.